Че ты орешь? Шей хочешь, ну? На, пацан. Что, куда? Не знаю. Давай три контейнера на 5 попробуем. Давай. Нет. Попробуем наше счастье заново. Ну. Море, море. Еще пацану где-то должен. Я вправо за манга. На госпитал два, в дома. У СНМ пацан летит. Угу, меня. Я тогда в этот контейнер. Блядь, я приземлюсь сегодня, нет? Берем тебя возьми. Ну и все. Прикольно то, что они патроны положили, а оружие забыли покласть, но. Я ДП взял. Он один, что ли? Да. На, Вектор тут. Иду. Блять. Ты обосрался, что ли? Я перезаряжал этот барабан, блять, сверху. Там броня вторая где-то валялась. О, хоть рот пункте есть, блядь. Пай везет, свайфах, нахуй. Свайфах везет, говорю. Капец, у меня 9 мм есть, у меня есть... Ай, блядь, для этого дробовика патроны тупо лежат, патроны, оружия нету. Я думаю, ей. Удача тебе снова улыбнулась. У меня 5.56 есть. У меня 9 мм, ладно? Вон там, около контейнера сбоку, да. Но. О, пацан с такой, как ты, на. Тут Томпсон есть. Шлемак первый ездит, Кось. Лучше и умчик возьму, да. Ну это да. Вон, вижу, он в контейнере. В первый контейнер забежал. Я вашу позицию стал нах. С мамой, ну, да, прогуляться-то. Вон вижу двое слева. Ага. Хоть раз попал бы, блин. Это вот эти кореша. У меня 12 патронов. Я в шоке с этого дерьма. Уже Айнцельшусами и все мимо на. В первом контейнере, говоришь, был? Да, один. Я его... Ну, я не знаю, он перебежал, нет? Это, мне кажется, вон те перебежали. У меня 12 патронов. Тебе вектор дать? Не-не. И те, что, пацаны будут в контейнер, да? Они тут, а вот, да-да. Они нокнули кого-то со СКС. Вон, я вижу. Я во второй контейнер. Одного доел. Вот он, оббегает у меня. Убил. У меня патронов больше нету. Так, ты обоих, да, там убил, значит? Я хрен его знает. Одного я добрал, а одного вот он убил. Там в него кто-то стрелял. В него кто-то стрелял. Пофиг, СП. Оба. Блять, у меня патронов нету. Пипец, а мне тоже ник нет. А, вот 17 штук скинул, все. Ну. Он слева бежал. А, у меня слева, нет. Да. А, с глушаком, карабином, все уже есть, пацан. Все! У меня патронов нету.
3 кило, еб. Фунтик. Давай. Ну что, дядь Костя, я вам скажу. Может... Боги от нас отнулись. Давай, куда хочешь. Ну, давай опять сюда, чем. Или сразу. Ну. Да было бы все красиво, если бы патроны были, блядь. Я не знаю, по пацаны они как-то складывают тебя резко сразу. Знаешь, что у них не то, что они просто как это похлелили. Или мне это паранойя. Паранойя уже кажется. Да, дядь Кость, это паранойя. Ну просто вблизи, дядь Кость, ты так же зажимаешь и складываешь пацанов. Да. По идее. Но если... это же я, ты понимаешь. Ну да. Че дальше или? Не-не, давай войди сразу. Ну, во-первых, оружие, видишь. Пацаны, не повезло, они сразу же ШГ-38, все. Я говорю, через он они стоят, я с сумпиками слышу, сам стреляю по ним. Они, ну, за забором, не знаю, может, или 9 миллиметров не пробивают забор. Да, это разбейся еще. А, у меня на телефоне этот включен. О. Здесь стрим. Как мы с тобой нубим тут. Зачем? Пускай. Ты зачем нас позоришь так? И так играть не можем, а ты это всем уже показываешь. Ну, может, будет как вчера залетать. Ага. А чё это? Оружие они не говорили, положили себе, нет? У тебя чё? Не, ничего. Без оружия, вечно молодой, вечно пьяный. Ну, я видел, с нами падали, один такой. Да-да. Ну, двое, да, значит, спало. Сколько? Вот это свай, что нет. О!
FiveSS пошел в ход. Откуда? Я не увидел. А я не услышал. Ты бежишь? Да, да, да. Он на этот бежит. Еще попал, нормально. Он на этот забегал. Блин, а на эту вывышку маленькую. На какую, где? Слева, с левой стороны, который фрай стоит. То есть они где-то здесь и будут. Но... Пойдем через зад обойдем. Вон бежит. Попался. Кореш где-то тут-то будет. Че ты его убил там? Да нехрен. Оба. В ангаре. Попал. Пошел в жопу. Костя, они рядом. Бегу. Найс. Сразу убил? Бомжары, блядь. Миником шмалял, по-моему. Как ты мог в безоружного человека стрелять, Костя? Он с миником был, в чем, блин? Сейчас, в этого, которого тут пробегал. Так, ну пойдем лутаться. Мысль безоружная. А ну да. Лошара. Я думал, ничего не будет, а у него вообще ничего не будет. Нас, меня мой братан смотрит. В смысле? Сказал мы нубы. Ну, передай ему то, что он прав. Но он тебя слышит вообще-то. Ты прав. А, блядь. Опять что-то так лагает. У тебя там качество вроде хреново было, нет? Нет, сейчас нормально. Я битрейт вроде поставил. Как интернет поменял. О, здесь Коська река нашел. Ну, если хочешь, у меня четырехкратно есть. Ну, я тебе его отдам. Да? Э? У тебя же залазит с него. Да-да. Блядь, чё так лагает? Ты взял его или меня залазил? Да-да-да, я взял. Куда ты убегаешь? Ты стой! Бумпик что ли скидывает? Не, бумпик скидывает. Ёлочка, нифига себе. На. Благодарю. Этот надо? Кого? Коллиматор. Или там... Нет, коллиматор мне самому надо. Не, у меня этот есть здесь, Кость. Я понял, все, тебе ничего не надо. Отлично. Не, мне оружие надо. Ничего тебе не надо. Вечно молодой. Сейчас знаешь, как эти прохеймеры. Там в домах на 250, там пацаны... С радаром бегает. С радаром я... Калашан... Калаша нашел. Это прикинь, да? Ты тупо, знаешь, где пацаны сидят, ты уже можешь там бегать, танцевать, всю ситуацию контролировать. Скорее, он хочешь? Да. А нету, на. Да. Нету? Ну, без патронов лежит почему-то. Ну-ка, блядь. Кто бы сомневался, что там что-то с патронами будет. Визиры нужны тебе, нет? Ну, четырехкратный, что-то надо. Не, ну, а такие имею в виду. Ну, точку. А, холограф, понятно? Холограф у меня есть. Понятно. Шлемак второй. Ты тут, где я бегаю, бункера все зачистил, нет? Нет. Я тебе тут подарочек нашел. Восьмикратно сам с ним играю. Нет, глушак. На коряка. А елку тебе надо, мне две? Я тебе вообще одну скинул, ну отдашь одну обратно, значит, если тебе не нужна. Мне не нужна, потому что я могу сам о себе позаботиться. Мне не нужны подарки. Ой, я до этого тебе скинул, и теперь, блядь, нашел еще одну, что-то возникает, ходит.
Слышь, ты получал хоть раз? Ой. Карабинера в ухо. Блять, придется брать. Я тоже карабин нашел. Да. Ну, я так... Глушак я тебе дам. Да ладно, играй в глушак он да, сам. Не. Мне глушак нравится на этом только. На АР? Да. Ну, мне, между прочим, только на СР нравится. Вблизи на этом вообще не о чем. Я вот селочку погоняю. Так, ну чё, дядь Кося, я вам скажу, всё хреново тут. Нормально всё. А мы ещё и в зоне, да? Угу, как всегда. Да вот если всё хреново, поехали за лутом. Я уже нахрен боюсь этих лутов. Нормально всё будет, поверь мне. Я это каждый раз говорю, когда мы к нам подыхаем. Сейчас у нас какие-нибудь, смотри. Скинул у нас. Бля, угла скинул. 285. Пойдем, и опять я тебя уговаривал. Долго не пришлось. Так, а где там Скарел валялся? Он на контейнерах сверху был на последних. Подожди, вот здесь именно. Ну, пойдем, точку прям. Пойдем к луту. Вот ему надо прямо в воду упасть, где тупо, чисто, ничего нету. А дымовые, чуть по дымовым. Дымовых нету. Ну куда там падает? Он в воду упал? Да. Твою мать, я не поплыву. Я поплыл. А где Скарел, я не вижу, а вот он. Патрон у тебя есть? 30. Чё, к нему там желающих нету поплыть? У тебя сколько патронов? 111. Вечно молодой, вечно пьяный. Где он, далеко? Нету, да. Ты погоди, иди сюда. На. Лодки нету. Ты сначала возьми, а потом беги на. Сейчас чтобы я... пацан нормальный лук принести. Да. Лодки нету? Ну ладно. Нет. Давай, давай. Москва. Ой-ей! Ну да. Ты как в этих видосиках, знаешь, пацаны, когда у них фейлы идут. Берут, прыгают, а там нет воды, забыли наполнить. Иди лодку найди, лучше подберешь меня. Ну чё ты, блядь, тебя прикрываю еще и в то же время еще, блядь. Вдруг что кто-нибудь бежать там будет? Или меня сейчас ног не десят? Чё-то он потух, интересно так. Потому что долго простоял. Или его взяли. Нет, он тухнет же после минуты или полторы минуты. Без разницы. Ты под водой плыви быстрее, будешь плыть, я потонулял. Чё, сильно плохое качество, Саш? Он пишет в чате. Что он пишет? Качество ты плохое. Ты под водой, я тебе говорю, у тебя качество дерьмовое, ты говоришь, настроил. Вот, о, я брата забанил на 30 секунд. Не туда нажал. Драйвун до секунды 3 минуты. Надо его разбанить. Драйвом 20 секунд. Угу. 5 минут. 5 минут. 5 минут. Ну, извиняюсь, братан. 5 минут. Ты, мы опять до сих пор тупо в зоне. Блокирт, блокирт, блокирт. Ничего, братан. Не туда нажал. О! Вот эта тема. Чё там? Ау! Ау! И третья броня. Понял. Оп. Мне бы еще ручку какую-нибудь. Ручки нету. Ну, сейчас можно будет пойти по этим. По домам пойти пошариться. А как его разблокировать? Давай направо, направо. Это, направо? К домам плыви. А я тут не вылезу, Кость. Вылезешь? Ну, вот сюда прямо. Там вон должен есть. Локи, потому что нету.
Не понял, что 20 человек только осталось. Да? Да. О, у нас тут же сидочка есть, блатная. Че, там сидеть хоть что ли? Да не. Тупо как крысы. Последний давай. Да. Начинаю битрейт больше поставить, потом поставлю. И игру, у тебя в видосике, кто ты сам это пишешь, у тебя очень плохого качества, там как будто на 144p или как ты можешь это. Ну я когда сам смотрю, вроде нормально, вот сейчас я открываю. Нет, когда сам. А, ты здесь, то тоже не поднимешься. Или поднимешься ты? Ну, я попробую. Я вот сейчас сам, если открываю, то я качество хорошее на телефоне. Ну, на телефоне. А на этом хреновое. Когда видосики оставляются на ютубе? Да. Ну это их на их биар байтовать надо. Почему? Ты же смотря какой ты программка запишешь в каком качестве. Не-не-не, они же все их потом тоже перерабатывают еще раз. Ой, еще не лук нам дойти сейчас, похоже. Ну что там у тебя? Ничего. Получается? Вылезти надо. Я просто за другим луком сейчас попробую. Сейчас он скинет. Кинул. Да, мне бы еще тут залезть. На 215, запомни, 215. Блять, Кость. Пас. Ну ты загнал меня тут в угол, блять. Ты сам хотел АОК в руках подержать. Вот и подержи его, поплавай с ним. Все. Познакомься поближе. Ну, пока у тебя пацаны его заберу. А тут уже открыто ты бегал? Конечно. У меня 4-кратный, если хочешь. Ну, мне надо, да. Так, на. Фин. Тебе глушак-то нужен? Конечно, нужен. Ты что, понимаешь, ну? Такую тему, блин, давай сюда. Да. Магазин. Магазин надо, Эрвайтер, ты. Нет, 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 нет. Все не надо. Мне ничего, ничего не надо, ничего не надо. У тебя ротпункта не нету? Тебе. Нет. Ну бас, блядь. Второй шлемак я им тоже не нужен, ну, понятно. Слышь, а чё ты черную себя сделал? Ты типа солидарность показываешь? Да, я адаптируюсь с флюхтлингами. На ютубе нельзя такое говорить. Нет, все. Все тебя забанят, честно. Не, там страйк дадут. Я бы сказал, что не или вырежут. Когда ты слово флюхтлинг сказал? Нет, ну там, если музыку какую-то включишь от этих... Ну какую-то популярную, что ее потом твой этот видос мютят вроде. Нормально. А зелененький бы. Зелененьких тебе бы? Да, не помешал. Я эти даже этот нашел коллиматор. Два даже. На чё у меня есть? Ой, придется у тебя так забирать, ну. О, еще один глушак. СР? Да. Взять? А чё взять? Я тебе тоже один дал, блядь. Ну чё? Пойду взять. Тебе так мало? Бы я один, так бы я один, пацан, на дворе бегал с таким. Чё-то FPS до 20 просаживается мне. А тут сейчас ещё один. Знаешь чё, Бойс, дверь открываешь, а там пад... Опа! Тебе ёлку или глушак? У меня и то есть. У меня две елки опять. И один глушак. Глушак хочешь? Глушак на тюрлищ. На аук. Аук с глушаком, это же мощь. Ну, в принципе, да. Он прикольный с ним глушком шмаря. Если... Ты... Вот третья броня, дядь Костя, иди. Ты мне зелененький тогда отдашь? Ну сколько? У меня 110. А, понятно. У меня тоже 110. Ну, у меня все вместе, если у меня 40 и... Так, я тут магазин скидываю, это скидываю, 40 скидываю, и 73. Елочку скидываю. Бегу. Бегу. Я ж меня не убью, честно. Чуть типа, по бустам? 2-3. 3-7. Так, где ты что скинул? На тебе это. Где ты там скинешь? А? Сколько у тебя было там? Че? Аптечек сколько у тебя? Сейчас скажу.
Аптечек у меня 3, одна большая надо? Нет, у меня и бустеров нет 3, 6, а сколько? У меня 3, 2 хватает. Пойдем. Бля. Как? Чуть-чуть не спрыгнул. А, нормально. Пойдем. Сейчас погнали. Нам зону надо. Ну, сейчас еще один вот эти дома зачистим. 19 человек вообще в шоке. Мы Хулька увидели? Нет. А, двоих. Да, понятно. И застрял. А что, по патрошам сегодня будет что-нибудь раздавать? Бля, 39 секунд. Я побежал, короче. Ты побежал? Да, о чем? Ну, у меня все есть. Ну, я думал, патроши же нужны нам. Ну, пацанов заберем, придется экономить. Бля, я рот пункт нужен. Все, побежали, побежали. Мы бежим, 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 бежим. Так, ну до зоны мы добежим вроде, да? Да, если. До больницы добежать. Если сейчас Фреда не поймаем. Со школы. В больницу. Одна хрень. Сколько он там будет такой сидеть, беги на то в больнице, знаешь? Знаешь, хоть коряк перезарядить. Да. Перезаряжем. Они, мне кажется, все со стороны гадки будут идти с этой, потому что здесь что-то вообще ни звуков, ничего не было. Шмалялся или еще что-нибудь. Или они сейчас здесь будут лежать. Это будет обидно, если нас убьют сейчас. Может, они в госпитале будут? И, в принципе, сейчас ничего там сидит. Ну, посмотрим. Так, я не понял, братан, что лайкосики не прожал? Уже двое смотрят, и лайка нету. Ну, ты и твой брат. Нет, меня не показывают. А-а-а. А он на крыше, дом 120, если на крыше стоит. Вижу. Чё, он бегает вообще. Подожди. Он бегает. Подожди, сейчас остановится. Как Василий Зайцев. Подожди. Короче, хреново, он лег. Есть. Есть еще раз. Он там нулевый. Ага, молод, толку, если их двое. Так, нам зон добежали. Бля, сейчас в окошке, лишь бы его вскоре сейчас посмотрю, подожди. Наконец-то. Да, вон он палит, вон они двое. Есть, дал. Да, а толк, дэн, они друг друга. Я вижу, где они. Побежали. Побежали. Они друг друга вылечат, ёпта. Хай разница. Мы сейчас только все это попортим и все. Там броню, все такое. Толку нет с ним меняться там. На такое расстояние ты закушать не можешь. Просто так пошмалять. Но они в окошке обои торчали. Если бы двоих бы сейчас дали, нокнули бы. Если бы. Если бы у меня был чит, я бы всех убил сейчас нахуй. Ну я ж вижу, где пацаны. А я косой, у меня руки косые, понимаешь? Ну ты себе этот скачай. Скачаю, автоматическое доводение до цели. Будешь как нормальный стример, я не знаю. Я вот как лошок побегаю. Потом тебе темпорели бан дадут на 100 лет, блядь. Вот домишка хватит, на. Да, я ебал, да, сейчас во всех домишках. Да. И мы опять бутеры будем. Бля. Ты зону-то уже херачит. А зона-то уже херачит, а мы-то еще. Нормально, сейчас тут медленно пойдет. А где те братки побегут, я не знаю. Вон они едут. Ага, не палимся, не палимся. Они сейчас вон в тех желтых сядут, нам надо в зону забежать и будем их выкуривать. Да, они в желтых.
Crazy Leader. Понял тоже, но. Crazy Русский. Вон Crazy один Leader. Лут лежит возле воды. Можешь пойти чекнуть его. О, перед нами. Блядь, дядь Кость. Красава. Ты убил его? Нет, нокнул. Вот ты второй раз ты передо мной вылазишь. Вчера вылез, сегодня вылез опять. Да ты просто бог, как шмаляет кто нах. Да. Вот не свои так гринете, а это... Так не чужие. И чужие так свои. А тебя кто убил? С подружкой того. Я не знаю, ты когда вот стреляешь, да, я видел. Ты не видел то, что я перед тобой бегу или чё? Я видел, как ты склался, как я склался. Нет, я помню, как ты передо мной появился, но я, если в зажиме стрелял... Ты не в зажиме, ты очередными стрелял. Ну, так, маленьким, да, я как раз нажал, да, очередь, и ты вылез. Да, но ты не видел то, что я бегу, да? Дядь Кость, я... ЛКВ ехал. Ты не видел, что ли? А ты какого хера, если ты видишь... А. Я что, вижу, где ты там стреляли? Сейчас подойду, подожди. Microphone muted. I'm Malmet Profis. Понимаю, я ошарашенно забегаю там везде, но... А ты-то шо? Я тут, а. Чё, куда прыгай? Бля, да, мы летим еще так позорно. Давай. Чё здесь? Мясо. Куда ты хочешь на этот, окей? Ты карту включи, я вот сюда хочу. Вот, видишь? А ты, бля, вот сюда летим. Видишь, сюда точку поставим. Чтобы я в тебя не попал. Чтобы тебя вообще рядом со мной не было. Опять меня сейчас убьешь, но еще кулаками. Брат, да дядь Костя просто бог вылазить перед моим визиром. Ты помнишь, как я на тебя кулаками бить, ты и сам обосрался. Где пацан? Где пацан, где пацан? А я сам испугался, думаю, кто-то уже оружие взял. Ну да, я подбегаю, там кто-то это... Кулаками махается, да? Я даже не посмотрел, кто с нами упал. Дядь Кость, не смотри тут, а это... Ты там подбираешь что-то? Да. А сегодня что, оружие они сказали будут давать, нет? Какое оружие? Ты кулаками бегаем. У тебя есть там что? У меня умпик и этот СКС, хочешь? У меня тоже умпик, все нормально. Потому что тебе вообще оружие нельзя давать, ты по своему лупишь только нахуй. Ты уже спрыгнул? Конечно, что там ловит-то. Бегает кто? Да. Да, они просто боги, бля. Понял, но. Да, не. Это жесть. Посмотрим, как он. Лошары. Давай я сейчас прыгну. Стартану. Сейчас я дочкой им посмотрю. Ну, стартовый.
задачи играет. Сейчас старты. Пацан без задачи играет. С калашом. Да? Угу, не отдача. А потом я бог. Так, я хотел Райнштейлинге. Стриминг. Ты небось опять хотел брата забанить, так? Ой, случайно, извиняюсь. Бильтраты. Ставим 8000. Будет лагать? Нет, сейчас посмотрим. Тысяч поставил. Надо, наверное, стрим перестартовать. Сейчас я стрим запустил. Смотрим, будет лучше. Так, куда? Мейсон. Давай. Контейнер, Мейсон. Мейсон, давай, опять сюда. Я сейчас концентрировался, все. Больше не будешь передо мной выбегать? Я тебе еще раз показываю. Я Мейсон, вот сюда вот призвано. Чтобы духа твоего не было рядом со мной. Так, брат, посмотри там это. Брат, ты мне или не брат? Стрим лучше стал видео. Да. Где тачка? Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Мотоцикл нет перед нами? А знаешь, что позитивно? Мои одни такие подлодки, кто далеко так полетел. Или другие такое сейчас не было. Сразу рядом упали и что-то. И поедут. Может, бунт кто-то бежим? Давай. О, раз никого нет. Че на это? Чем мы хуже других пацанов туда не ехали? Это я понимаю. Добежал. Добежал, все, первый уровень одел. Все. Бой готов, пацан. Готов? Угу. Всегда готов, но. Да я понимаю, забежал, ничего нету. Ну я, конечно, уже нашел кое-что. Я говорю, уже нашел кое-что, там Г-33 термо зачок. Ну, басом везет, который вылазит потом перед тиммейтом своим. Ой, да ладно. Я говорю, ты просто, не знаю, ты как бык, знаешь так? Убил цель, все, налево, направо, только тупо в одну цель смотрит. Не видит, что его на тиммейты делают.
Да, я выбежал. Да, я виноват. Но у тебя-то глаза тоже есть. Ты не отмазывайся, давай, блядь, глаза у тебя есть. Лезешь на рожон хиды. Ты, я вижу, что-то детский нужно, да? Опа. Ну все, там снизу был, да? Там прижалец. Я там, я не знаю, я там везде был, нет? Нет, ты снизу не был, а пофиг уже. Короче. У меня Валера и пипец. Чё, дробовик не взял, блин? Ничего себе ломнуло. Все, как всегда, она нету. Как всегда, нету, говорю. Машины? Угу. О, моцик вижу, трехколесный. Пока мы подбежим, он не нужен будет. Эй? Угу. Сейчас Валера будем хедшотов раздавать. Валера, ты же в ангар поедешь. Два мотоцикла стоят. Угу. Я думаю, тоже с пацанами были. Хотя, кто знает. Ну, убьют, убьют. Вот это мне нравится, как мыслишь. Буду как Витька. Как так? О, первое оружие нашел. Второй шлемак не дали? Ты в первом ангаре был, да? Нет, я тебя оставил. Миник надо? Не, не хочу я с миником. Вот я и миник нашел. Ладно, теперь возьму, уговорил. Второй шлемак у тебя там? Во втором ангаре. О, а что я нашел? Это же жесть. Да я тоже. ДП. Хорошо то, что ты не забежался. А чё? Тут и глушачок, ёлочка четырёхкратная, вторая броня. Сейчас ни глушачка, ни ёлочки. Бля, ну ты его видит на спалин, короче. Спалил, да, контору? Потом еще говоришь, ты передо мной лали. Так, я... Конечно. Импик скинул, ладно. Возьмем пацановское оружие. А то миник, может, миник ты тоже взять? Я взял миник. Да? Я у нее не буду проклинать этого миника. Тапалка. На бок. Играй сам. Пальди, люстра. Да что ты? Братан, походу. Скажет, нахрен эти. О! Я на крышу. Они сверху, да? Я знаю, да-да-да-да, сверху. Интересно, они снизу будут или нет? Вернее, это. Они слышали, походу, выстрелы, или у них тоже этот радар стоит? И где они? Вверху. Ну они сейчас контролят меня здесь будут.
Не, не вижу. Они бегут уже. Где? Снизу у меня. В смысле снизу у тебя она? Вон он. Вижу. Один у меня, Костя. Обоих? Не было ходари, бля. А где он был? Снизу прям под тобой. А как, где они спустились? А я не знаю, это меня даже не интересует. Ой, все, пацан, убил двоих. Это меня не интересует. Я бог войны. Ну да, что не видел, что ли? Ты что, я не доказал, что ли, что мне? Все, двоих убил, бля. Все, ты. Пацан здесь так мило склался. Иди посмотри на него. Сейчас. Я его не вижу. А, ну все, понятно. Он умнулся, пока стоим на там. Да отдыхай. Так. И елку не возьми. У него елка есть? Да. А глушак где? Это глушак надо. Там же кто-то глушак предлагал. Нет, тоже глушак, наверное. Нету, да? Не было? Несколько сказал с глушаком. Так. Палка есть, а нет? Там уголок валяется, надо? Сверху. Да, ну мне лететь. Да, да. Четырехкратно мне лететь еще. Так тебе уголок брать, да, надо? Да, да. Бля, побежал сейчас надо. А, нет, нет, я эту палку нашел. Все. Нашел? Че по патросам? 150. На четырехкратный. 150, этих 50. Так, я магазин тут скидываю. Быстрого заряжания, двухкратный. Че с ней? Че с ней? Мне ничего не надо. 9 мне ничего не надо. Пунктов. Так, че у того там торча? Я их его обокрал уже, ничего нет. Ну елочка-то я еще не обокрал. А, ну куда? Второй шлемак, блядь. Мне патрошев мало. Сколько? 40-60. Ну, у меня 40-110. Ну и могу все. Тебе дать, да могу не, дать тебе 20. Ты же опять замерзнул, да, бегаешь? Да, у меня минька. Ну все, что ты не ругайся. Так, мы надо, в зоне, да? Сразу, а тут да, еще кто-то сходить. Ехал, да? Это Костик. Нет. Дох-дох, проезжала машина вниз, еще ниже. Когда мы с этими чекались. Значит, здесь ждать не будут. Ну, в зоне еще отлично. Прикол. Я вот не знаю, в Мейсон кто-то проехал, нет? Поехали, смотрим. Поехали. У тебя глушак? Пробей колесо. Нет. На люльке. У меня на этом на списке глушак. Ну, шматани. Ой, не успокойся. Ты так говоришь, как будто он что-то даст. Сейчас мы спокойно, как про геймеры. Поехали. Поехали. Я хотел просто попробовать, не ругайся. Что-то есть или нет? Еще одна елочка. Не, я, в принципе, мне только это прикат для. Патроны бы нужны, в принципе, так. Патроны и приклад, и все. Да. Такое ощущение. Но этот дом был нечищенный. Наверное, тогда и... Так, да, здесь не было. Да, здесь не было.
где патроны все? Ага, дробан. А, нет, дробан с патронами. Ну, сейчас могу немножко патронов найти. Нашел, что ли? Сейчас у меня 40, 230. 40, 300. Ни хрена ты сам себе этот нашел. Сидочку, сидочку. Вот теперь, ладно, ну я все, я... Вот, вот и глушачочек подъехал. Полностью вооружен. Нет. Ничего не надо. На Г-38 глушачок подъехал. Этим глушачком тебе закопают, ну. Калаша не надо? Нет. Ты ж не зажимай. Про геймера, бля. Не зажимаю, а... с лишусами стреляю. Времена меняются. Так, дядя Костя. Так, что мне скинуть? Ёлочку одну скинем. А чё я бегаю? Чё, лук, тась, мне вообще ничего не нужно. А у тебя чё, карабинер? Москайский. Ну, у меня так по патрошам тоже все. Ну все, погнали. Да чё скинуть? Попытаться раз. Ну, гранату взять, чтобы скинуть. У меня 40-175 вроде нормально. Ну, чуть-чуть, если отсыпешь. Да-да. Только 70 могу тебе. Да мне чуть-чуть прям, мне не надо много. Куда мне? У меня он 250. Ну все, погнали отсюда. А куда? Давай зону дождемся. Я тогда побежал куда-нибудь, с лестницы начинаем. И мне вообще не видно. Сколько 20 человек осталось, наверное, еще не уж. Сколько? 10 будет. Потом отойти надо будет корц. Угу. Вот ты зачем мне блочу сейчас, а? Блочу, да? Ты видишь, какой удар у меня нах? Мы сейчас тупо играем в стиль плащ одень. И так что, плащ одень вообще не видно будет. В открытом поле даже. Ботинки, бля, надену. Все. Ты где? Ты куда делся, ёпта? Ботинки еще надел, батные. Шпринг, как называется, шпринг, я не знаю. Пунктштифель. Нет, шпрингштифель. Не, пунктштифель. Ну, панкштифель. Ты все собрал, чертов мультик. Я турншу одену. Скажу, неплохо, я вооружился. У меня 3 аптечки и 3 буста, надо что? 3 аптечки и 3 буста. Не-не, у меня все, у меня нет вообще аптечек, вот это, да? А, ты же вообще меня отдыхаешь, бля. Так, на тебе рау, гранаты 3 штуки. У меня это самого 2, когда не пользуешься ими. Просто у меня не лезут они. Задымим наконец-то. Да, сейчас побежим, так, да? Задымим все. Время фигня. Интересно, у тебя первый выстрел нокта, нет? Да. СКС? Да. А, нет, не сразу. Пошли всю дорогу назад опять. Воюю, видим. Короче, пацаны здесь не болят. Сейчас побегут справа, пацаны. Че, пешочком продвинемся? 2 минуты, ведь к нам, я думаю, нет, бежать. Я думаю, к нам будет. Ну, поехали, влетим. Из колеса на. Так, куда нам лететь бы? Тут-то мы упали. Сальто. Да, может, куда мы? Или просто? Можно сюда вот. Да. На ровном месте ничего не получится.
Ничего себе, блин. Слева чувак сидит. Сидит? Да, на горой там. Где? Блин, на 40. Че, не видел, что? Нет. Машина. Я за камень. Бля, ну мы сейчас тут 5. Остановились. А нет, это мотоцикл это был. Это баги было. Нет, я кто-то увидел, я думал, чем чуть. Попутал слегка, бля. Блин. Фух. И где они теперь остановились? Перед нами. Сейчас в жопу обойдут. Не обойдут никакие в жопу, чё ты боишься, ну? Чё ты за свой пукан так переживаешь, ну? Они сверху, да, где-то? Да, ну конечно. Я к тебе поднимаюсь. Да у меня тут как бы это... Не сахар. Нормально. Нормально ты сегодня сына. Они в этих домах, может, сейчас тоже остановились? Я не думаю. Они прям здесь, они на... Бля. Ничего не слышно. А они вот в этой остановились, мне кажется, дядь Кость. Да, ой, вон они, пушку. вон они. В грибке. Вижу. Пушку, да, нет? Да. Нокнул. Подходим. Давай. Блин, отдышка. Ты там давай это. Гранаты. Есть гранаты? Да. Выбегают, нокнул еще одного. Заходим. На размен. Есть. Бля, откуда? Он с вылетел с окна. Красава. Его граната с окна вылет. Его выкинула граната? Его граната с окна выкинула тупо за не надо. А как не убило? Не, ну если дальше от нее стоишь, знаешь это. О, вот это жесть. И меня граната задела. А нет, он выпрыгнул. Он на бон нам чисто это резко вынес нас. Вот мы подбегаем. Если выбегает, то... А, не, завязывай. Ты видел, как он? Угу. Обоим в бошке от этого. Пинран, пацан там идет, что-то. Завязывай, что-то опять. Че, тебе отойти надо? Да, давай, сейчас буду. Давай.
Microphone muted. Брат, мы туда вдвоем полезли, потому что одного нокнули. И надо было на размен заходить, чтобы того добивать. По-другому он бы его опять поднял, и мы бы их оттуда плохо выкурили. А он, падла, выпрыгнул сзади, и меня гранатой задело. Но он все равно читак был. Он сразу от этого в бошки надавал обоим. Брат, ты меня слышишь? Напиши в чате, если слышишь.
Так, сейчас 12 битрейта. Что-то графика вроде. Эй, да-да, сейчас нажимаю. Да? Да, я тут. Всё, поехали. Я, короче, пошел сейчас подушку покачал. Подушку покачал? Сейчас я подойду, подожди. Двери пробил. Микрофон мьютед. Да, посмотрим. Так, ну мы сюда попадаем, да, в нашу каточку? Mm-hmm. Да, обязательно. Так, еще пока не уйти. Сидочки, наши сидочки. Также. Там топовые сидочки. Я никогда ничего не знаю. Ну, почти никак. Так. В пожарку не падают. Фаусес, походу, блин. Чё тут пацан с какой хлопушки, я думаю, что маляет меньше. Понял. Чё за балаган, у меня что-то FPS просели так, 50. Всё, кончилась лафа. Ну, если хоть, знаешь, так было бы на что сопреть, почему у меня не идет на. Че, у тебя есть что?
хорошая. Да пока. И геттер делаем, так что. Если хочешь чем-нибудь, то ничего не дам. Ничего не даже. Угу. Это знаешь, как в Сталинграде. Одним патроном, другом оружие. Ты за мной бегай и все. Если меня убьют, ты... Я тебя сам убью тупо, блядь. Кулаками, что ли, ты взорвешь голову. Я патроны кидать тебе буду. В тебя. Опа, скорлел здесь сверху. Угу. А, или? А, нет. Это не скорлел, это мини. Взять и чем? Миник или этот? Да, я сейчас тапалку. Или тапалку. Давай речи, говори, мне бежать дальше надо. У меня все есть, не надо. И тут поставил, короче. Молодец, красава. Да пока ты что-нибудь скажешь. Да, у меня все есть, как? У меня тапалка и импик. Что, у меня визельчик даже есть? Ну, ты вообще живешь, да, я смотрю? Восьмикратный, да. И холограф. Бам. Здесь бегают. Бегают? Мама. Бегу к тебе. Че, слева будем их встречать? Кажется, не услышал. Я дверь палю. Он внутри прям. Я тоже, походу, слышал. Палю тут справа. Сверху топает. Сверху? Клёпшон. И подружка может сбоку зайти. Я вот сбоку и обхожу сейчас. Что будем делать? Чё? Штурмовать будем, ёпта. Он внутри там сидит. Подожди, на другую сторону перейду. Ну, нах. Сейчас вот с другой стороны с восьмикратного побайтю, нах. Или он меня. Вон он, нах. Сразу убил? Конечно. А где он сидел? Со сверху, на этом. На наверху здесь, когда я бегу. Ты иди пали тупо в дверь туда, ну. Ну он слышал тебя. Да. Или скорел. Скорел у него? Угу. Пойду возьму. И калаш. Ты уже патроши забрал, да? Нет. Красава, первый раз оставил. Ну я 30 штук забрал. У тебя этот нет приклад? Приклад есть? Нет? Нет, есть. Лишь повезло, потому что у него каски не было. А, не было? Без каски уже. О, карабин валяется. Бас, он что, не упал то, что ли? Нет. Вот он, вот он, вот он, вот он. Уйди, уйди. А, окей. Секунд. Ну, я думаю, здесь прошвырнулся тогда. Вот и здесь не буду. Пойдем этот за... Ты здание хочешь лопать? Ну да, 18 секунд нам бежать надо. Видишь, пацан там разбился на... Пацанов... Делюкс.
Я тогда на третий этаж, да? Пацанов встречать надо будет, бежать, дядя Костя. Думаешь? Угу. У тебя умпик? Нет, у меня Скарел и Тапок. Думал, может, тебе этот взять, в ушах не было. Так, на крыше, да ладно. Я в пожарку здесь не был, но все близко же. Туда падали, Костя. Паусес, хочешь взять? Нет. Какой ты, ничего не хочешь, а? Падали, без стен. Так, я обущусь и поеду. У меня патрон, говорит, есть для этого. Да. Это было very nice. Да. Воскидывай, потом надо. Не ори. Эй. Я думаю, сверху там ловить нечего, да, будет? Так как ты у всех на ладошке будешь. Марин, нас сейчас тоже встречать могут, пацаны. Я восьмикратный? Да. Чё думаешь, я потом так сразу? Лобешник, да? Папам. Ты видишь, у него тоже были яйца железные, да? Тупо на месте сидеть. Так, в пизду я от тебя отойду. Вот иди отсюда, да, вообще. На километр вообще бегать, да? Че, где вы все засядем? Пацаны, ну, сейчас побегут. Они в зоне еще будут тусоваться, так это первая зона и. На стачку снизу есть? Нету. Отлично. Или они обойдут тут. На тачках. Сколько у тебя зеленых патронов? 40-110. Нормально. У тебя есть это аптечки вообще? Нет. А какого хера мы побежали там в зону? Пойдем, не ссы. Сейчас будем шмотаться и чем лечиться. Да, ты не шмотайся, чтоб все попадали. Даже ты рядом стоять не будешь, нормально все. Вот видишь. Че, давай тачечку хапнем, да рванем куда-нибудь? Да погоди ты. Полаграф. Интересно. Не заезжай. Я сейчас карабина пам, да. Давай, карабинчик. Да бегу я его, бегу, ноги видишь, бегу там. Ставь. Иди там что-то. Поехали. Куда ехать? Ехать. Ставь. Поехали. Вот сюда, бай-бай. Зофильм, сум тема, давай пацанов встречать. Ну ты ж сам заплакал, аптечек нету, блять. Как мне с тобой играть? Ты меня убьешь. Сам. Бля, иди сюда, все. Ты опизделся. Сюда иди нахуй. Отстань от меня. Сюда иди. Вот, 8 метров, 10. Иди, иди сюда. Иди сюда, блядь. За тебя придется бустоваться опять. Сколько всего ты в кулаком ударил? Я женщина, я бью, но.
для тебя сделал. Иди, я сейчас восьмикратно тебе. Так, куда? Ты, ну, можно быть помойки поехать, допустим. Может, им с импала подслежать будет. Полегче, парень. Поехали. Где ты, поставил марку? Да. Я не вижу. А, что? Будешь тачку брать? Да, да. А то вдруг я тебя еще разобью. Бля, он еще тачку моцарапал. Там бампер немножко. А Лютер креста, блин. О, пацан. Нет? Да. Бегут. Где? На 30. Вижу. А где второй? Не знаю. Ты этого нокнул, да? Да. Я подтягиваюсь. Смотри. Я вижу. А по подушку не вижу. Подружка в доме, может быть. Здесь его хорошо вижу. Добирать его? Да, пускай ползает. Или не будем добирать? Как хочешь, можно брать. Добрал его, да? Да. Пианино стрич. Баги тут стоит. Значит, подружка в доме где-то сидит. Видно, пошел обходить меня, да? Не-не-не. А он за тобой наблюдал, меня не видел даже. Машина едет на нас со 175. Прямо на эти помойки едет. Да. Как к помойкам подъедет. Видишь? Да, да, да. Остановились. Бегут в дом. Сейчас и проверят, пацаны. Не стреляй. Да? Я мог быть уж мало. Ну, если зихер нокнешь, оба, красава. Теперь надо идти. Или ты шмота, я буду подходить. Насувал ему. Да и твою. Он поднял его. Ну, понятное дело. Вот тебе за птичек, нахуй. В дом заходит. Какой большой? Да. А мне, пацаны, начали шмотать. Лево откуда-то. Че, пацаны, из домов убрать их надо. Угу. О, этот уже пристрелялся, блядь. Дымы раскидывают. Я гранату кинул.
Где еще один? На улице. Этот пристреливается, падла. Аптечку надо. Давай. Сядь, блин, стреляй, там, блин. Карика беру. Блять. А чё я скинул? Скорел. Не знаю. Ебаный насрать. Да. А где другой пацан? Вот он. Так, эти могут сейчас продвигаться. Так, смотрим. Четырёхрат надо? Нет, я взял. Аптечки надо? У меня 5 штук. Да. Я в дому здесь две скину. Так, ну все. Бущимся. Этим сейчас могут подтягиваться. Я допустился. Че, назад оттянемся? Да. Может, мы здесь только в центре, да? Дома, в принципе, ничего. Или давай к машинам и это. Пацанов этих будем встречать, да. А где они? Интересно. Они откуда-то откуда слева, 205 да. Оттуда. Уверен? Да, откуда-то он по мне оттуда шмотал. Капец, сейчас зажал как бог и все мимо меня. А я от бедра, блядь, раза два попал, три по нему. Ну ты и вышел чуть-чуть, дал им. Я смотрю, шмаляет кто-то. Ну ты, не ты, вроде не ты. Ну, спину давай шмалять. Ты мне простил бы, так что. Вот откуда они шмаляли? Не откуда-то с горы. Там восьмикратный еще можно? А, у тебя же есть. Не есть. Они могут сейчас обойти сверху с горы справа быть. Может, а уедем отсюда куда? Да ну, зачем? А, ну, тут зона хорошая, да. Можем на бугорок просто забраться. Ну, с бугорка ты тоже там половину вейн будешь. Они гриб подожмутся, по-моему, все. Вон они, сверху. Нет, это столб, блядь. Вам было страшно? Обосрался. Вот, видеть не он шмонает? Вот я хрен его знает. Я сейчас на гору тут поднялся. Ой, это они где-то на 275 что-то далеко очень. Да, даже. Ты мы тупо в центре. Но. Того не залутали, которого добили. А. Первого. Ты не залутал? Нет. Я даже не знаю, где он лежит сейчас. Да, похрен на него. Все, есть так-то, по идее, да? Да. Ну, мне бы еще помочь. Или пойду сбегаю, может, елочка будет. Если что, я тебе возьму что-нибудь. Ну и на мустемпер на этом карабином, если будет. Вижу пацана, вижу на 310 сидится. Оба. Вот по мне уже сейчас кто-то настреливает. Или по... Я отвечаю, он сидел. Не может быть, то, что это Мюллаймер мне это показали. Вон они побежали. Костик, да. у нас сзади по мне сейчас стреляли. На 295 пацаны сидят. Это они, походу, по техметалям. Нет, откуда-то со 165. Вот. Видишь? Сзади, дядь Кость настреливает. Да. Они теперь с обоих сторон. И сзади тоже. Мы в бутерепе. Пойдем на этих, на 35 туда. Вот этих я не вижу, откуда он настреливает. Если пацан по мне сейчас попадет, то я говорю до свидания, нахуй. Слева от нас пацаны еще, они там тоже на бугорке бегают, шмаляют, да? Я сейчас за буточку и это, залечусь. Я тех задних не могу найти, блядь. Это мне тоже интересно, откуда он шмотает, пацан тут. Он где-то сидит очень далеко. Тебе бинты есть? Да.
Дай мне, а то мне вообще не на. Эти по пацаны на 280, да, эти два штуки. 10 на тебе. Так, я зайду, забущусь, наверное. Только не делай резких движений. Да. Сейчас эти сзади побегут. Я сейчас тут на горочку, тут коряк сидит сверху на горе. Пойдем тогда. Ну, в принципе, им надо на нас бежать, знаешь? Заднему... Он уже сколько стреляет по нам этот сзади? Не знаем откуда. Ха, лошара. Тут вот дом. Пацан, ну если я тебя вычислю, но... О! Ну это грех не сходить. Да, перед нами там коряк, ты не забывай, грех не сходить. Пошел он в задницу, коряк. Вот тут, вон машина стоит. Нет, это УАЗик разбитый. Вот тут вот в доме, мне кажется, сидят. В церквушке в этой. Потому что отсюда коряк работал. Он на открытом месте отлично падает, вот. Так что здесь можно будет все видно. Я его вижу. Я его тоже вижу. Оба. Опа, на МО. МК-14. Вон они побежали. А где они, эти пацки? Ты их видишь? Нет. Что-то есть до света бесницу гуфярничну. Ты их не видишь? Я сканнух не знаю, не. Да где эти суки? Вон, один лут взял, побежал. А, вон он, вижу, Костик, на 30. На 30 на горе. Мы в зоне. Так, нам сейчас задницу. Хотя шмотает. Да. Найс. Отдыхай. Это один. Его подруга сейчас тоже побежит к нему. Да, добирай, если можешь. Я не могу, он там чисто в лунке сидит. Вот это справа опять коряк пришел, блядь. А, вон, подружка его побежала к нему. Он убежал к нему, да? Да. Так, давай сзади, надо сзади смотреть. Вон. Подружка его даже не поднимает. Или поднимать побежала. На 75 пацан за дорогой там стоит. Меня палит. На 75? Один на 110 стоит. Он вниз побежал, пацан, на 110. С горы. Пипец, здесь пацан. Они сейчас к нам прибегут. Да, они сейчас сбоку будут приходить. Нам надо вниз и вот его встретить. Наоборот, сюда. Он вот здесь сейчас будет, да, снизу. Если снизу был, он вниз бежал. Вон он, один на горе. На той стороне. Вижу. Вон он. Вон они обои. Найс. Так, и... Один слева. Справа на 200, 120. Карабинером там, блядь, пою, блядь. Вон они перебегают. Я лечусь. Близко? Да. Ты издеваешься? Он один сдох.
Пойдем. А, дышка мне. Тебе записалось, нет? Нет, мне ничего не записалось. Ой, пойдем в зону их встречать. Ага, если нас здесь еще не встретят. Если нас тут встретят, нам главное тут вот зону и тут их встретить. Они сейчас вот тут вот где-то выбегут. Ты у меня... У меня все капут. Шлемак противоуровневый капут. Это капут. Они где-то сейчас тут сверху должны будут. Да, там их прилично еще не в зоне были. Но они сейчас должны дохнуть. Оба. Это слева. Да, я понял. Вон, вижу около дерева на 207. Ага. Есть, нахуй. Отлично. Ну ты его нокнул. Да. Там подруга его где-то. Пойдем? А пацан слева, нахуй. Да, что делать, блядь, нам как-то... Ну, в принципе, в зоне, но... Граната есть? Есть. Шеврони ему. Справа, 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 смотри. Я знаю, нам деваться некуда. Швыряй за дерево. Он... А, ну да, давай, Азиавиатор. Он тут сидит. Вот он. Он без задачи. Он без задачи, дядь Костя. А, конечно. Думаешь? Да-да. Ты чё, он сидел, это, лутался, я подбегаю, он сразу... Нет. Эти меня прогеймеры достают уже. На его тоже вылезем. Нормально пациент играет, скажи. Вот он. Нет. Слышит, где я бегу? Да, да, завязывай. Чувак, отдыхай. Мельден. Читинг. Мельден. Мельден. Читинг. Мельден. Достали опять какую-то эту. Взяли Машу играть с этой дрянью, блядь. Ну что, Машу взяли, просто пацаны, боги. Сейчас подойду. Микрофон мьютед. Так, вот туда. Так, ну где будем перестреливаться? Ворожа? Ну, специально уже пацаны.
О, раз, два, три, четыре, пять. Нет. Ну, да, окей, мы резко не слышим. Ну, с нами дальний знание один пацан летит. Ух ты, ёб твою. Сейчас дай мне с рамбацаном будет. Я надеюсь, ты приготовил свою танцевальные туфли нахуй. Прямо не сяду. Пиу, 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 пах, туф. И с нами пацан туда падает. Да. Дядь Кость. Ты меня тут одного кинул, да? Понятно. А я это просто тупо жесть, блин. А как он тебя так? Не знаю. Он стоит, потом подпрыгнул сразу, по-моему, все. Я стою, его, ну, колбашу, пох. Да. Потом знает, как кулаками херачится. Yeah.